Ну что, всем привет, я в прямом эфире, и мы будем рисовать вот эти вот редисочки, как всегда, в смысле, как всегда, я сейчас прохожу тему в клубе, вернее, мы проходим с ученицами, простых задач, да, то мы рисовали вот заливку фона для яблока, да, а тут мы рисовали паприку, тут уже не с фоном, мы не с фоном, а с пластикой работали, здесь... Мы рисовали кактус, и сегодня мы нарисуем редисочки. Бумага у меня почему-то вымазалась, но ничего. Рисую я на скетчбуке от Малевич, 100% хлопок, размер А5. Рисуем красками тоже от Малевич. Хочу похвастаться, вот такой минички. Не знаю, может, для вот этого рисунка как раз мне и хватит, да? Этой палитры. Но я в основном, если рисую дома, то я себе выдавливаю, если вот на мелком формате. Даже если на большом, я люблю рисовать на блюдечке. Но этот вариант, конечно, это к пленеру. Но прикольно, мне нравится. Сейчас попробую его тоже как-то оприходовать. Сначала мне нужно протестировать цвета, да, к своей редисочке. Какие же цвета? Ну, конечно, я возьму вот зеленый он. Это, по-моему, оливковый. Да, оливковый, лимонный. Что? Чтобы оливковый приглушить, я могу взять фиолетовый или же... Это что у нас? Ультрамарин. Или же умбру. Вот буду смешивать с цветов, с тех цветов, которые у меня есть. В принципе, какой-то цвет можно намешать не только с определенных цветов, а можно и с различных цветов намешать определенный цвет, да? Сейчас я быстро сделаю зарисовку карандашом. Вам понравился мастер-класс ученикам клуба, подписчикам клуба, он будет в открытом доступе навсегда, ну, в смысле, пока подписка идет ваша, да, на вопросы можете задавать в комментариях под видео, я
отвечаю обычно на них. С 10 числа у нас начинается следующий месяц в клубе. И вот это, как говорится, у нас с 10 по 10 в клубе работа идет, и вот сейчас это последняя работа до 10 числа, это последняя работа в клубе. Все, я заканчиваю. Все, пока-пока.